На плато Путорана разгар лета. Зацвел багульник, а вместе с ним вылетели комары. Жучат, страх божий, нигде от них не скрыться. А кушать-то искать надо. Вот и приходится мириться с этой напастью тайги. Но ничего, ночью будет полегче, там и расслаблюсь. А вот и мое любимое дерево, где я могу уединиться и отдаться ночным наслаждениям. Самое лучшее для меня — это почесать спинку. Кто мне ее еще почешет, если не сам я? Ой, хорошо, хорошо. Попочка, попочка, тоже нужно почесать. Блошки там кусают. Бочочек, бочочек. Вот опять спинку. Затылок, затылок. Астрахандрозик полечить. Блаженство. Ой, свет, 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 свет. Что, косой, ничего ты в этом не понимаешь. Иди отсюда. Не мешай дядьке расслабляться, а то накажу. Ну все, хватит, а то привыкну к хорошему. Так, опять мне захотелось шейку почесать. Опять спинку почесать захотелось. Но нету дерева. Сейчас мы движение отработаем. Вот. Вот, вот, вот. Не то, не то. И ножки у нас уже, видите, стали сапожки черненькие, красивенькие. Балдеж, комаров уже нет осенью. Можно расслабиться. Проходите, не надо стыдить. Я и сам знаю, что неприлично. Сейчас, еще чуть-чуть и уйду. Не буду вас смущать. Вот такая у меня жизнь. Ходишь, чешешь спинку, ищешь покушать, опять чешешь. А скоро уже зима, буду спать.